В Саратов прибыли участники необычного тура. Игорь Арончик и его жена стартовали из Севастополя и направляются во Владивосток. Свой тур посвятили присоединению Крыма к России. Игорь Мим. В каждом городе он изображает статую Рембрандта. Выступает на улицах в образе живой статуи мужчина уже почти 20 лет. Используя одежду и специально подобранный грим, под медленную музыку он совершает плавные, почти неуловимые движения. Ожившая статуя символизирует собой возрождение территории Крыма, вернувшейся в состав России.